Нет, давайте мы посмотрим на вашу красоту. Да, что здесь произошло, хотя бы расскажите нам, поведайте, да, как вас зовут, что мы здесь представляли. Я так понимаю, мобильный визажист, да? Да, я ассистент Марии Мойланин, и у нас сегодня был показ классического клиентского макияжа. Вот, и вот мы его только-только закончили, у нас небольшая трансформация образа была. Вот, у нас получился такой нейтральный, вечерний, салонный образ. Здравствуйте. Вы так сказать, добавили, внесли свою лепту и создали вот образ вот русалки, можно сказать, правильно? Наверное, да. Ну, мне почему-то такая ассоциация с Ариэль. Да, во всяком случае, я предлагаю сейчас нам поснять ближе, чуть-чуть ближе нашу модель, потому что как раз это у Марии завершенный образ. Когда мы подходили к ней последний раз, она говорила, что нужны еще несколько штрихов. Вот как раз сейчас завершенный образ мы... Узнаем у модели, пока мы ждем. Скажите, вот насколько вам комфортно в данном образе и куда бы вы могли вот в таком образе пойти? На самом деле очень комфортно. Во-первых, макияж выполнен действительно профессионально, то есть я не чувствую там никакой косметики на лице. Во-вторых, в целом для меня образ такой вполне привычен, то есть там каждый день куда угодно без проблем могла бы пойти. Здорово. Ну, мне кажется, девушка с макияжем, конечно же, ежедневно могла бы куда угодно, только дай свободу, дай возможность. Вам очень идет, вы очень красивы. Да.